А вот кому мороз не указ, это волонтеры. В любую погоду они стараются и помочь, и повысить настроение. Как, например, добровольцы компании «Газпром» геологоразведка. Они собрали деньги и, встречая год театра, подарили детям спектакль. Подобные мероприятия специалисты называют дополнительной терапией. Почему, узнаем прямо сейчас. Все мы здесь, твои внучата, правда, ребята? Да! Внучата в зале – дети, которые находятся на реабилитации в санатории «Верхний Бор». Малыши и подростки из Тюменской области и с Ямала после перенесенных заболеваний легочно-дыхательной системы проходят здесь длительное лечение. Без родителей проводят от нескольких месяцев до года. Постановка «День рождения Снегурочки» от труппы ангажемента – подарок от работников компании «Газпром геологоразведка». На протяжении 5 лет на средства сотрудников-волонтеров компании мы проводим благотворительные мероприятия для детей санатория. Сегодня наш визит 10-й, юбилейный. И для нас особенно важно, что в преддверии года, посвященного театру, мы привезли новогодний спектакль с волшебными героями. Здесь волонтеров ждут каждый год, даже медицинский персонал. Такие спектакли сотрудники называют дополнительной терапией. Вот, например, какая вот из этой девочки получится замечательная внучка Мороза. В период вот таких мероприятий дети получают просто колоссальные положительные эмоции, которые... несомненно, влияют и на их настроение, и на их эмоциональный тонус, и в конечном итоге на качество их лечения и оздоровления. Подуйте на нее! 1, 2, 3! Ирина Канева, Алексей Красных, «Тюменское время».